А вы верите, что цели Баку действительно мир и открытие коммуникаций? Ну, вы знаете, я всегда на такие вопросы отвечаю, что верить можно в Бога или нет, а в оценках политиков полагаться нужно и на слова, и на дела. Вот то, что 21 сентября Ильхам Алиев, ну, как сказать, предупредил Армению, в этом есть и, знаете, как у нас говорят, тонкий намек на толстые обстоятельства, да? То есть, в общем-то, такой зазор, что называется, между дипломатией и силой. Вы знаете, Ильхам Алиев много чего говорил в адрес Армении, да? Но одно дело, когда он раньше говорил про Карабах, 90% про это было. Сейчас он говорит уже о границе и говорит довольно определенно. В частности, один из тезисов. Граница не демаркирована и не делимитирована, поэтому, в принципе, любые действия там, их нельзя считать нарушением границы. Означает ли это, что тут открыт путь к миру? Ну, я думаю, что много вопросов, как минимум, здесь есть.